Сегодня в кулуарах правительства министр внутренних дел рассказал о причинах задержания егеря верхнего сгоревшего кордона Алексея Шкилева в рамках расследования массового убийства в Іле-Алатауском национальном парке. Его задержали за изъятое оружие, во-первых. Во-вторых, мы сейчас проводим расследование по лицам, которые находились выше их. Они прошли туда через его кордон, поэтому сейчас проводим расследование. Пока вот все, что могу сказать. Напомним, в августе в национальном парке под Алматы были обнаружены тела 12 человек, среди убитых родственники и друзья егеря Алексея Шкилева. При этом в момент совершения преступления самого егеря на кордоне не было. В качестве версии рассматривается и причастность к бойне террористов, ликвидированных в Карасайском районе 17 августа. Позже следствие заявило, что под завалами сгоревшего дома найдено оружие, мелкокалиберная винтовка и гладкоствольное ружье, оснащенное для стрельбы автоматными патронами. Оружие, по показаниям свидетелей, чьи личности силовики не разглашают, принадлежало егерю.